За Родину – это небольшой поселок на берегу Азовского моря. Он находится в 23 километрах от районного центра города Темрюка. В летнее время За Родину пользуется спросом среди курортников, которых привлекают тихие места для отдыха. Помимо этого, на берегу расположился отельный комплекс «Тиздар» с одноименным грязевым вулканом, где вам предложат грязевые спа-процедуры, баню, рыбалку и зооуголок. Побережье Азовского моря зимой и весной малолюдно. Такая же обстановка и в курортных поселочках. За Родину не стало исключением, поскольку в это время года здесь постоянно находятся лишь местные жители. Местный пляж находится отдаленно от самого поселка, а поскольку берега здесь высокие и обрывистые, к морю тянется длинная деревянная лестница. Ого, люди на берегу отдыхают. Кто-то даже ищет что-то. О, вот так вот. Вот это да. Круто. Здесь, по-моему, даже берега намного выше, чем в Кучугурах. По ощущениям моим. Очень круто. Тебе нравится, да? Мне очень нравится. Вообще здорово. Ну, береговая линия, видно, что небольшая, и в основном вот это все каменистое. Небольшие, вижу, что камни в море есть, но, в принципе, вроде вглубь там даже песок, да? Ну, пошлите немножко прогуляемся, посмотрим. Интересно вообще, как здесь летом люди отдыхают? И центральный ли это заход или нет? Те, кто отдыхал здесь, в За Родине, обязательно напишите, чтобы мы знали. Ого, вообще здорово. Столько ракушек, идешь, прям все хрустит под ногами. Люди вот так вот приезжают, садятся на стульчики, пикнички устраивают. Круто. Сейчас как раз погода благоволит. Ой, класс. Никто не хочет сидеть дома, и все, соответственно, выплывают на улицу. Посидеть, погулять у моря, шум волн. В общем, сплошная красота. Тоже, кстати, хочу даже потрогать ракушки классненькие. Вообще класс. Да. А что, скучились уже, да? Да. Такому звуку вообще. Мне нравится берег Азовского моря. Вот такие вот пляжи ракушечные. Если сюда приедем, обязательно покупать. Да, надо летом сюда приехать. Мы ни разу не были. Вдруг это, может быть, станет нашим любимым пляжем. Вообще мой любимый пляж в Кучугурах, конечно. Там широкая береговая линия, и вот это именно мне нравится. Там песочные пляжи такие, в общем, идеально ровные, идеально чистые. Вот. И, кстати, менее обрывистые. Здесь прям такая интересная почва. Как будто, знаешь, вулкан грязевой, да, вулканическая. Да, ну да, здесь ведь... Здесь ведь рядышком этот Тиздар находится, правда, на территории комплекса, но тем не менее. Здесь уже получше. Вот, да, красиво. Не меньше. Ага. Да, летом тут очень любят люди приезжать, потому что здесь спокойный отдых. Мне понравилось здесь, да. Ага. Как посмотрим, будет летом, будет ли здесь много народу, а то, может быть, знаешь, здесь будет так много, даже не отдохнешь. Мы же любим тишину, спокойствие. Да. Нет, там дальше по песок и пойдет. Помните, где я заезжаю?
остались? Я думаю, тут много спусков. Просто вот мы зашли вот такого, рядом с этими всякими базами отдыха. Хочу морюшко вам показать. О, прекрасный шум волн Азовского моря. Обратите внимание, какой цвет породы. Это все глина. Голубая глина. Вот она прям выступает из берегов.